считанные дни остаются до начала предсезонных турниров команд континентальной хоккейной лиги, а судейский корпус продолжает готовиться. В грядущем сезоне будет немало нововведений, которые требуют отдельной проработки от арбитров. Йо-йо-тест, он же челночный бег, различные физические проверки, а завершают всю эту подготовку теоретический тест. Жесткий отбор нужно пройти каждому судье, чтобы отправиться в новый сезон. Одним из самых молодых участников сбора был брат известного судьи Романа Гофмана Антон. Здесь собрана элита, и здесь все на высоком уровне. Вот. И также перспектив много для молодых ребят. Мы друг на друга всегда смотрим, тем более брат у меня судья топ-уровня, и мне приятно тянуться за ним, видеть его достижения ежегодные. Среди самых опытных арбитров в своей группе на ее тесте дольше всех продержался Сергей Гусев. Как и все остальные, он шел под аплодисменты партнеров. Не обошлось и без принципиальных сражений. Ожидалось дерби Эдуарда Метальникова и Александра Чернышова. Причем на второго даже не побоялся поставить мороженое главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. Но в итоге соперник Чернышова сошел даже раньше других оппонентов. А заканчивал дистанцию неоднократный чемпион в гордом одиночестве. По ощущениям обычные, ты выходишь и бежишь. Все. Можно было пробежать еще, но все равно этот результат достойный, поэтому я решил остановиться. Атмосфера была очень дружественной. Даже Алексей Анисимов получил заряд эмоций. Таким главного арбитра КХЛ видишь нечасто. Пробивая один из штрафных, Алексей запустил по воробьям свой кроссовок. По итогам прошлого сезона Денис Наумов стал главным шерифом лиги, выдав больше всех штрафных минут. Больше 1700 минут штрафа выписал арбитр из Тольятти. В связи с этим появилось предложение учредить новую номинацию. Значит, молодец. Я могу сказать, что у него. Значит, у него стальное одно место, раз он больше всех выписывает штрафов. Не знаю, полено, наверное, деревянное бы выдал бы ему. Вот. Ну, какую-нибудь табличку с нарисованными двумя минутами. Нет, это надо подумать. Это на самом деле такой вопрос. Ну, либо кувалду. Стальную. Стилболс, может быть? Как вы считаете, подойдет? Перед тренировкой на льду и проверкой физических кондиций арбитров был тотальный разбор нововведений в правилах с участием начальника департамента судейства Александра Полякова, за которым следил и Алексей Анисимов. В зависимости от площадки, соответственно, меняется и движение, и методически нужно по-другому двигаться на короткой, на узкой площадке или на более широкой. Все, да, какие-то вещи меняются, безусловно, и арбитры это учитывают, тем более, что они за час до каждой игры выходят на ледовую разминку и понимают, как двигаться так или иначе. И как показывает практика, если все думают, что площадка более короткая, что двигаться нужно меньше, да нет, на короткой площадке двигаться нужно больше, потому что у тебя шанс попасть в какую-то, скажем, передрягу, он гораздо выше. Главное отличие о том, что по контрактным обязательствам у судей будут рекомендованы, нельзя говорить слово запрещены, социальные сети. Сказали, что теперь упадет количество лайков у меня, потому что некому будет ставить. 25 июля дальневосточное дерби «Адмирала» и «Амура» открывает предсезонные матчи КХЛ, а уже 3 августа первый хоккейный турнир, где все смогут оценить подготовку судей.